Папа школьницы Светланы Давыдовой ушел на СВО добровольцем в 2023 году. Он и сейчас продолжает защищать родину. Отец девочки написал книгу в соавторстве со служивцами, где поделился своим опытом службы. Светлана рассказывает, что очень гордится своим отцом и ждет поскорее домой. Со слов моего отца, цитирую, «Терпение ждать, посягательства на нашу мирную жизнь нет. Поэтому сотни тысяч добровольцев пошли помогать. И я тоже пошел. Потому что не могу и не хочу терпеть, ждать чего-то». Изначально я не принимала его решения и не понимала его энтузиазма, но впоследствии я могу сказать, что разделяю его взгляды и горжусь этим человеком. Он мой герой. Движение «Первых» уже второй год проводит акцию «Герои среди нас». В ней принимают участие родственники военнослужащих, а также те, кто оказывает помощь и отправляет гуманитарный груз в зону боевых действий. Они делятся историями о подвигах своих отцов и братьев, а также об их боевом пути. Сегодня как никогда важно знать и помнить о своей истории. Без истории нет нашего будущего. И, конечно же, важно гордиться нашими предками, гордиться настоящими достижениями нашей страны и своими действиями и поступками, делать свой вклад в достижение такой долгожданной победы нашей страны. Каждого участника акции «Герои среди нас» наградили почетным знаком хранителя истории и вручили памятные подарки. Августина Охременко, Константин Головин, «События».